Здравствуйте, это КФХ Герефорд. Сегодня у нас... Женский день. Да, можно сказать, женский день. Мужчины в поле. Вчера муж косил третий укос клевера. И сегодня они прессуют и обматывают пленку. Вот Даша и только что снимала, как Дима обматывает, да, рулон-обмотчиком сенаж пленку. Ну, соответственно, нам деваться некуда. Мы сегодня чистим коровий навес. Да. Соответственно, мама долго просила, чтобы ее кто-то снял на тракторе. Собственно, исполняем ее мечту, снимаем маму на тракторе. Маме нравится тракторить. Очень бойко и очень дерзко. Пока мама, собственно, чистит это пространство, я тем временем укладываю дополнительно солому в боксы, чтобы коровкам было помягче, почище. Вот, собственно, пару рулонов здесь. Беру охапками, накладываю в боксы отдельно. Вот. Вот. Собственно, мы делаем это каждый день. И в некоторых боксах бывают коровы засирают сильно солому. Мы ее всю вытаскиваем. И потом нужно туда по новой много соломы заложить. А так, в основном, получается, что, в принципе, докидывать солому очень мало где нужно. Мы просто ее потом спушиваем и помягче, чтобы было. И получается все. Работа максимум на 40-35 минут. Но это нужно делать каждый день перед дойкой. Вот, я уже наложила сюда солому, чтобы вот отсюда из этих боксов взять и перенести вот в те три первых бокса. Через те ворота не очень удобно носить, поэтому приходится отсюда брать и через зону корму, там, где коровы кормятся, ходят, приходится переносить. Вот. В принципе, на этом все. Ну и трактором убираем все. Так. Спасибо за внимание. Всего хорошего.